Байкал священный. К Байкалу относились очень бережно. Очень бережно. Старики вообще всегда своих детей и внуков учили, чтобы ничего не делать недозволенного. Обязательно хозяина Байкала попросит разрешения руки помыть. Набрал с пригоршни воды, но не в Байкале мыть, а на берегу эту грязную воду. И снова набираешь, пока руки чистыми не станут. Нельзя же ведь осквернять священное.